Вирус бешенства или по-научному рабиес – это природное и особо опасное смертельное инфекционное заболевание, которое вызывает воспаление головного мозга. Человеку вирус передается со слюной при укусе больным животным. В дикой природе многие виды плотоядных сохраняют и распространяют вирус бешенства, который может перейти к представителям городской фауны – собакам, кошкам и сельскохозяйственным животным. Рядом с городом Сочи находится территория Абхазии, где довольно часто встречаются случаи заражения лис, волков, енотов, шакалов вирусом бешенства. И это создает угрозу распространения бешенства среди людей. Это заболевание, оно, если не профилактировать, оно неизлечимо. Чтобы не допустить размножения вируса, на территории Сочи проводятся профилактические мероприятия с привлечением егерей национального парка, лесников, охотоведов и ветеринарных врачей, всего около 50 человек. На тропах, где возможна миграция диких животных, раскладывают специальную вакцину. Она представляет собой небольшую спрессованную котлету из мясного фарша с сюрпризом под названием «Арбистав». Внутри находится контейнер с вакциной. Нарушается его целостность, слизистая впитывает эту вакцину, вот, и вырабатывается иммунитет. Иммунитет держится год. Таким образом, животное самопрививается. Такой метод вакцинации животных в дикой фауне называется альпийский. Последний раз на территории Сочи он проводился чуть больше 5 лет назад. Городских же животных вакцинируют хозяева. Что касается бесхозных, то сейчас на территории курорта проводится плановая работа по их отлову. Их помещают на карантинную передержку и тоже вакцинируют. Такая задача была поставлена мэром на заседании специальной комиссии по ЧС. Обращение главы нашего города Антона Николаевича Пахомова в ветеринарное управление, вот совместная работа, собственно, слова благодарности краевому управлению Кривоносу Роману Анатольевичу, который пошел навстречу, согласовал вопрос, и на сегодня выделено 42 тысячи доз, и мы полны уверенности, что, собственно, ликвидируем угрозу возникновения бешенства у наших домашних животных, угрозу укуса, нападения диких животных на наших жителей. И гостей. Вакцины будут разбросаны на лесной территории от ПСОУ до Магрия. Это порядка 145 километров. Согласно инструкции, на 1 квадратный километр идет 20 доз вакцин. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.